показывает соответствующее давление в баллоне. Если они пустые, здесь баллонов не должно. Как не должно? Пустых не должно быть. Они тоже могут. Пустые взрываться. Более опасные баллоны. Там внутри воздух уже остается, он загорится, рванет. Пустые баллоны загорится, очень хорошо взрываются. Очень замечательно. Взрываются еще лучше, чем пол. Но они же под давлением. У вас неисправный манометр здесь. Ну это я знаю. Нарушаете. Как нарушаете? В чем именно? Нарушаете. Эксплуатация. Но это же гелий, мы баллонов, находящихся под давлением. Мы нарушаем это качеством гелия, которое у нас есть, количество. Ну тогда исправная должна быть арматура, которая заполнена. Ну единственное, для чего исправность, это чтобы нам четко показывало, сколько шариков осталось на давлении. Правильно, когда он у вас пустой, вы должны его убрать отсюда. Его привозят и забирают, к сожалению. Ну, баллоны, к сожалению, с газом должны храниться на складах. Ну и пустые баллоны тоже. Правила противопожарного режима в Российской Федерации читайте, пожалуйста, внимательно постановление номер 317. Хорошо.